Не знаю, насколько далеко все зашло, но то, что происходит, мне очень и очень не нравится. И очень уже, честно говоря, вот этот вот такой, ну уже какой-то накатанный, наверное, накатанные отношения, они перешли опять в какую-то острую фазу. И, ну, мне совсем перестало нравиться в последнее время, что у нас происходит в стране, если честно. Вот я вижу, что... Ты считаешь, что это именно виновата 10 мая? Обе стороны очень обижены. Я считаю, что виноват вот этот триггер, главным образом триггер. Я это лично Стакис, но не без его участия.